Гулечка, скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь применяла алоэ в качестве лекарственного средства? Ты знаешь, про алоэ я очень много слышала, но вот сама никогда не пробовала. Вот именно поэтому, для того, чтобы просветить наших телезрителей, ну и тебя, конечно, мы пригласили в студию нашего постоянного эксперта Кайрата Арынова. Он как раз нам про алоэ сегодня расскажет. Кайрат, доброе утро. Доброе утро, Гульнара, Евгений. Начнем с того, что алоэ – это многолетнее лечебное растение. Оно растет на Аравийском полуострове, а также на острове Барбадос. Но несмотря на это, мы можем практически в каждом доме видеть, что растет алоэ. Да, это больше сейчас на сегодняшний день стало комнатным растением. Угу. Еще Христофор Колумб в кругосветное путешествие на корабль брал это растение для того, чтобы при помощи алоэ лечить своих матросов. Да, вот интересно. Действительно, лечебные свойства алоэ, они все знают. А вот от каких болезней оно помогает? В лечебных целях применяются листья, свежий сок и экстракт алоэ. В этом растении присутствуют витамины С, Е и группы В, а также фолиевая кислота. Что касается минералов, так это калий, хром, кальций, магний. Еще чуть-чуть, и вся таблица Менделеева. Боже, целый кладезь. Да, алоэ способствует выведению токсинов из организма. При диабете используют алоэ. Проблемах с кожей, ожирении. Также усиливает иммунитет. Я слышал, что оно еще обладает очень сильным обеззараживающим свойством. И я вот в качестве, допустим, как я применял алоэ, mm-hmm. это если какая-то ранка неприятная такая. Алоэ, он обладает еще и хорошим высасывающим свойством. Да. Что еще важно, в листьях алоэ содержится аллантоин. Оно обладает мощным увлажняющим эффектом. Именно благодаря аллантоину алоэ сегодня используется большинством производителей косметики, и его даже называют транспортным средством. Проникая вглубь кожи, аллантоин доставляет туда другие компоненты, удерживает в коже влагу и способствует процессам регенерации, помогая восстанавливать структуру клеток. Угу. Кайрат, скажите, пожалуйста, а вот какие-то нежелательные эффекты, скажем, для человека у алоэ есть, о которых мы должны наших телезрителей предупредить? Да, вы совершенно правы. Перед тем, как применять алоэ или любое другое растение, нужно проконсультироваться с врачом, потому что некоторые растения как-то они индивидуально действуют. То есть для кого-то могут положительный эффект оказать, а для кого-то не тот, который ожидали. И, например, беременным девушкам не рекомендуется использовать продукты, в состав которого входит алоэ. Скажи, Кайрат, а вот да, о полезных свойствах мы поговорили. А вот теперь расскажи девушкам, как можно сделать себя еще более красивой с помощью алоэ? Алоэ очень часто используют для приготовления масок для лица, кожи головы, а также ванн. Сделать укрепляющую маску для волос очень легко. Для этого понадобится сок алоэ. Это примерно 4 листа, ну, в зависимости от длины волос. Смешиваем сок алоэ с желтком, а затем наносим на кожу головы и по всей длине волос. Минут через 20 это нужно смыть теплой водой, и ваши волосы будут сиять. Будут здоровыми, сильными. Здоровыми, да. Большое спасибо, Кайрат. Угу. Будьте здоровы. Друзья мои, всем вам наше пожелание. Будьте здоровы, Кайрат абсолютно прав. И красивы.